В Афганистане голосуют за нового президента. Населению предстоит выбрать преемника многолетнему лидеру Хамиду Карзаю, который претендовать на третий срок президентства уже не имеет права. Главными претендентами и на победу считаются три кандидата, бывшие главы МИД Абдулла Абдулла и Расула Залмай, а также экс-министр финансов Ашраф Гани Ахмадзай. В стране действует 28,5 тысяч избирательных участков. За процессом голосования следят 325 тысяч местных иностранных наблюдателей. Выборы проходят в условиях повышенных мер безопасности. Поддерживают порядок не меньше 350 тысяч военнослужащих и полицейских, в том числе подразделения спецназа. Это связано с угрозой нападения террористов, в частности, членов группировки «Талибан». Ранее они заявляли о своем намерении во что бы то ни стало сорвать президентские выборы.